Эй, всем привет! Короче, народ, решил чуть передохнуть от толкача. Помните, на моем канале была такая игруха, как «Партизаны 1941». В общем, я... Тогда она была, короче, в бетке, я отснял две серии, больше у меня отснять не получилось. Скажем так, это было связано еще с переездом моим в другую страну, скажем так, это было давно. Вот, и теперь я добрался до этой игры, она недавно была на распродаже, я купил там ее что-то в районе... Не знаю, 3 евро, кто понимает по этому курсу. Уровень здоровья партизан к врагов ближе к реалистичному. Каждый бой серьезный вызов. Собаки опаснее. Давай. На среднем уровне сложности. Начнем. At 4 a.m. on June 22, 1941, the armed forces of Germany launched a surprise attack against the Soviet границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 41-го. In the first several months, the Soviet forces suffered devastating losses, fighting against a battle-hardened and ruthless enemy. Дай посмотрим заставочку. The Red Army was forced to retreat. Ну, короче, Красная Армия в глубь страны вступила. The invaders stormed their way forward, razing Soviet cities to the ground and burning down villages along the way. Минск, Смоленск, Новгород, Смоленск and Новгород Киев, fell. Севастополь, the German Air Force Ленинград и Москва. And Севастопол. Threat loomed over Moscow and Leningrad. Долго затягивает. Thousands of Soviet soldiers were surrounded, trapped in salience. Капитан Зорин, при попытке выйти из окружения, он был взят в плен и доставлен в ближайший ДУЛАГ, вместе концлагеря. Из пересыльного лагеря его должны были отправить в место постоянного содержания, понимая, что для него и товарищей это будет дорога в один конец, он начал готовить восстание. Но немцы, короче, прознали об этом. Все, окончилось. Давай, другую клавишу. Посмотрим, что изменилось с тех времен, когда я играл в бетку. Ну, короче, вот, мы находимся, походу, в бараке. А не, или стоим сейчас у стенки. Warum sind Sie so seltsam angezogen? Es hat etwas gedauert, bis wir diese zwei im Wald geschnappt haben, Herr Kommandant. Hauptmann Sorin. Captain Sorin, I've been informed. Dass sie die Gefangenen zum Aufstand angestiftet haben. That you put the prisoners up to a riot. What are you trying to do? Ihr Krieg ist vorbei. Your war is over. Soon it will be over for the Red Army too. I wouldn't be so sure. We'll be chasing you all the way back to Berlin before long. Wir werden euch schon bald zurück nach Berlin jagen. Unser Sieg ist gewiss. Our victory is all but certain. Neither Moscow nor Leningrad can hold out for more than 2 weeks. У вас нет шансов против Великой Германии, мы, арийцы, рождены править такими, как вы. We, Aryans, are born to rule the likes of you. All humans are born. Все люди рождены равными, но вы, питеровская мразь, к ним не относитесь. So gut wie erledigt, Herr Kommandant. Ну, короче, идут нас на расстрел. Дайте мне где-нибудь тут нажать Escape, посмотреть. Go ahead, you Блэк, расстреляй. На 170 миллионов. There's 170 million of us. Все равно всех не перестреляете. Ну, повезло. The alarm. The sergeant must have started the riot. Наверное, старшина понял бунт. Жаль, я не с ним, придется бежать в одиночку и винтовку не взять. Руки связаны. Возьми его вот так вот. Так, подожди. Вертикальная синхронизация, счетчик FPS. Так, звук. Игра. Язык озвучки, русский давай. Конечно, может китайский поставить, но давай лучше русский. Давай применить. Отлично. Так. Так, что подобрать можно было? В разведке. Что это?
Короче, подлутал, используя ЛКМ для выполнения действий или перемещения. Ну, это я понял. Короче, обучалка идет банальная сейчас. Здесь что? Когда противник оказывается в непосредственной близости к партизану, тот автоматически переходит в режим скрытности. Ага. Вот я и понял. Мы, короче, проходим то, что было у нас. Ага. Ну, понятно. Тут, типа, обзор там, типа, укрывайся от них. Так, ну давай вот это подлутаю. Есть конус видимости. Ну, понятно. Конус видимости. Это вроде слепой. А где был конус видимости? А, типа значок на нем, я понял. Давай последний сейф. Слушай, а я обязательно должен это вот собирать? Закрыть так, сохранять я могу, сохранять могу. Какой-нибудь F5 работает, да, квиксейф есть. Все, закрыть. Все, давай, понял. Пропустить. Давай сейвачок. Мне тут интересно, тут как? А, мне на него кликнуть прям надо. Где-то оружие, ну я понял. А, и тут его обзор, короче. Давай быриком. Вот он типа отвернулся. Мы прошли. Так. Для быстрой загрузки, короче, F5, F9. Настройки, игровые настройки. Вы можете изменить игровые настройки, например, это поражение. Извиняюсь. Точно шанса попадания из игрового меню. Ой, что такое, а? Закрыть. Давай F5 пока воспользуемся этой опцией. Так, ну этот нам пока опасности не представлял. Для бега используйте двойное нажатие LKM. Я понял. Во время бега издает шум. Так, а как присесть? ЛКМ на погреб, чтобы пробраться мимо патрулирующего солдата. Ага. Нажмите Alt. Ну, короче, заберись там. Давай. F5. Давай в погреб. Типа обучалка, нужно делать все по обучалке. Ну, кстати, странно, что тут у солдатов нету вообще никакого ножа, чтобы можно было свои там наручники разрезать или типа того. Все, давай, 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 отсюда чешем. За угол. Так, и чё? Ну, офицер идет. С пистолетом. Ага. Teilt euch auf. Durchsucht das Dorf und den Wald. Почешите деревню, надеюсь, всех беглецов и убейте. Никто не должен уйти. Слушай, солдаты за мной. Солдаты метком. Так, И чё тут? Да, я понял, вот смотри, враг. На ящик и выберите иконку взаимодействия. Так, ну короче, мы походу там найдем нож. Спокойно. Так, взять все. Так, ну он, смотри, короче, он развязался. Нож. Давай нож сюда возьму. Давай сохранюсь. Че это? Ну понятно, инвентарь. Нажмите нож, перетащите предмет в ячейку. Так, ну это я уже сделал. Так, просто на альт можно подсвечивать все остальное. Так, ну мне стопудово на этих лезть не стоит. Пока что. Я не знаю, ладно, давай подойду. Один там чубрик свалил.
И нападение лишим скрытности. Ну, короче, понятно, убивает. Чтобы противники не обнаружили труп, спрячьте его в схроне. Давай, братишка. Пойдешь, короче, лучше, наверное, в кусты, может, тебя, а? Я тебя тут лучше скину. Все, тебя тут никто не найдет. А могу ли я тебя обшмонать, слушай? Обшмонать не могу. Могу просто скинуть. Слушай, я никогда не поверю, что у меня там пистолета нету или типа такого. Давай лучше из-за кустов. Что у нас тут? Ну, короче, понятно, что пока вы в кустах, вас никто не видит, можете также туда трупы прятать. Банально, формально и все известно. Произойдет шум, который вызывает подозрение, проходящий рядом врагов. Стоится и подождать, пока уровень подозрения спадет. Так. Подождали немного. Давай спадай. Чуть пошубуршали, пошли дальше. Дай сохранюсь. Давай шубуршим дальше. Так, тут, наверное, сейчас попросят типа перелезть через забор. Через невысокие заборы. Окей, давай, перелезу. И мне куда-то, наверное, сюда, да? Ну, судя, наверное, по всему, да. Давай сейф. Да-да-да, он, смотри, противник стоит. А, пам. А мне тут, наверное, через здание как-то, наверное, надо тебя обойти с той стороны. Тут перелазить смысла нету. Мешок какой-то есть. Дерево навыков. Ага. Так, новый уровень. Три навыка из предыдущего ряда. Количество необходимых навыков отображается справа от ряда. А, навыки. Что хотим качать? Рыбное убийство? Или что это? Бросок ножа. Нифига себе. Мне кажется, это полезно. А вот это что такое? Военная подготовка. Партизан с этим навыком имеет больше шансов выполнить боевую задачу в средней сложности на глобальной карте региона. Ну давай, подожди. Нож. И пока больше ничего и качать, наверное, не могу, да? Угу. Ладно, пока одного навыка мне хватит. Так, что это? Еда, походу, да? Это сыр, наверное, какой-то. Ну, это, понятное дело, что батон. Окей. Врагов перемещайся в одиночку, несложно нейтрализовать или отвлечь. Другое дело группа противников. Старайтесь не попадаться таким на глаза. Ну, пока группу противников я не вижу. Сейчас мы тебя скинем тут, братан. Дайте прям поглубже. Ага. И, блин, у него видел там, короче, за плечами винтовка висела. Что-то ты с него винтовку не поднимешь. Это, конечно, странная вещь. Так, он типа так оружие на выменяет, я понял. Дистанция способности. Некоторые способности партизан могут быть использованы только на определенном расстоянии от врага. Я так понимаю, это имеется в виду там метание ножа, там. Так. Нож бросит на F. Не подведи. Не обнаружили. Да ладно, что там обнаружили? Это мне еще пригодится. Давай я уже занесу его в кустики, его другу. Давай сюда скидывай. Непотребство это. Так. Мы опять же кустики, там я вроде видел, там кто-то топал. Вот один, смотри, короче, ходит.
Он вроде как должен сюда подходить, так что я его, в принципе, ножичком, наверное, могу убить. Так, вот смотри, короче, ножик, ты ж типа должен подойти поближе, чтобы я мог его изничтожить. Беру его тихо. Все, давай сюда. Ага. А вот это принадлежит кусту. Все, подержали. Сохранялка. Вроде что-то там помнится из этой миссии. Это было уже давно. Угу. Высадились двое. Ёпта. Ну-ка, давай-ка пусты. Так, а они сюда не идут, слышь? И как там тут обходить? Типа по кругу их? Получается так? Всем пригнуться. Так, ну мне с ними в любом случае не вариант как-то комплектовать. Что тут напишут? Неожиданная форма в неожиданных местах. Вы можете встретить контейнер, неожиданная форма в неожиданных местах. Заберите содержимое ближайшие груды камней. Типа мне их отвлечь надо, я понял. Окей, понял. Типа, иду сюда, отвлекаю куда-нибудь туда, камушком. Так, сейф. Наверное, камень как-то надо экипировать. На Z. Так, и чтобы они это еще услышали, причем. Давай в кустике, пока есть возможность такая. Давай под шумок. Вас ищут до окончания поисков 10 секунд. Эй, ты чего? Поднимайся! Чуть-чуть же совсем осталось. Не могу, рано. Оставь меня, Санек, и беги. Беги, пока немцы тебя со мной не заметили. Какой беги? Ты с ума сошел? Наши своих не бросают. Я тебя на себе понесу. Сейчас донесем. А вот и мы. Отставить. Я понесу. Капитан, живой. Я думал, вас расстреляли. Да со мной все в порядке. А вот тебя, я гляжу, потрепали. Нужно перевязать твои раны, но сначала найдем безопасное место. У деда в лесу есть землянка. Там немцы вас не достанут. Сколько до нее добираться? С раненым по лесам и болотам мы далеко не уйдем. Об этом я не подумал. Еще могу отвезти вас к дяде Васе в Михайлово. Он вас фашистам не выдаст. Отлично. Веди. Давай, хватаем, побежали. Сейчас пойдем к дяде Васе в Михайлово. Так, быстрая загрузка. Ну как, ему лучше? Лекарства еще не подействовали. Но, думаю, выкарабкается. Он у нас парень крепкий. Лесгафтовец. А кто это, лесгафтовец? Спортсмен. Студент физкультурного института. Есть такой в Ленинграде. Слышь, хозяин, мы у тебя переночуем, а утром уйдем. Санек говорил про какую-то землянку в лесу. Это та, что Трофима? Охотника? Да я не... Ой, смотрите, полицаи. Они, наверное, нас ищут. Что делать? Тебе оставаться в доме со старшиной, а я выйду к ним, поздороваюсь. Постойте, возьмите под половицу пистолет и лекарство. Из вас бы получился отличный подпольщик. Ждите здесь. Ну-ка, давай-ка. Это как получается? Мы что, одного ножом? Давай. Так, ну... Наган.
Да тебе прилично такой боезапас даёт. Аптечное лечение ран, исполнение и восполнение запаса здоровья. Для этого необходимо переместить их в ячейку для использования для используемых предметов. Окей. Необходимо экипировать его, найти патроны. Подберите патроны, жмите R для перезарядки. Понятно. Обезболивающее позволяет купировать травмы до конца задания и выполнить его, невзирая на боль. То есть даже вот так, да? Угу. Так, ну давай-ка наганчик я экипирую все-таки. Так, он уже, я смотрю, перезаряжен. Сохранюсь. Так, запасных выходов тут нету. То есть, смотри, один, второй. Тут, я так понимаю, типа он должен быть, но он завален бревнами. Не шуметь. Так, ну я сейванулся, давай... Возьму пока наган в руки. Так. Так, этот доворот не обозревает. Что здесь у нас? Займите укрытие, как тизан в укрытии, вероятность попадания по нему значительно уменьшается. Понятно. Ну что, походу нас сейчас будут учить стрелять. Скажем, скажем, как драк. Уложи. Прекратить огонь. Все. Что там за шум? Где командир? Снаружи. Разбирается с полицаем. Придется вам уходить. Места тут болотистые, да еще и дожди все размыло. Добраться до леса можно только по гаті. А гать начинается за деревней. Вам нужно будет пробраться дворами, а дальше Санек вас проводит. Ну, а Санек проводит. Не пойдете? Я вас замедлю. Идите без меня. Ну, кстати, странно было бы, если местный житель пропал бы тут внезапно. Скорее всего, там на учете стоит. Идем. Заберем у фашистов оружие. Не голыми же руками воевать. Хотя, скорее всего, их тоже послали. Ну, типа, вот ты, вот вы двое идете туда. И потом вопросы могли бы возникнуть, типа, а куда пропали люди? Ладно, слушай, нафига мне их хватать, если их, короче, походу... Итак, место там припрячет. Сейчас откроется второе дыхание. А, подожди, тебя, наверное, качнуть можно, да? Вот сейчас, смотри, винтовочка есть у этого. Дробовик. Однозарядный. Кстати, он в руках, по-моему, выглядит как двухстволка. Окей. Давай, навыки. А что бы я за вас сделать бы такого? Я даже не знаю, какие у вас способности качать так. Маскировка. По занятой противником территории, разведая ее и отвлекая врагов. Окей, вроде полезно. И с собой для использования способности необходим пистолет-пулемет. То есть он может вот так вот прям массово, да, стрелять. Ну давай, ты будешь отвлекало, и ты будешь, не знаю, расстрельным чуваком. Понятно, давай, короче, погнали сюда, пацаны. А что, вы все не идете? Не торопимся. Что мне делать? Так, ходишь, всех выбрал. Так, что здесь? Распределение предметов. Место вещь в мешках партизан ограничено. Понятно. Короче, распределяйте предметы, и будет вам счастье, скажем так. Отряд из троих партизан. Чтобы выбрать всех партизан, нажмите F1. Для выбора определенных бойцов используется цифра от 1 до 3. Слушай, подожди, я же вроде качнулся. Подожди, навыки. Чего? Или у тебя два навыка доступно? Слушай, у него два навыка доступно. Полицаев, уменьшение шанса победы, увеличение шанса победы в рукопашном бою. Ну, как бы неплохо все. Поручите мне что-нибудь.
Ну, я тоже пока не знаю. Подожди, позволяет перелезть через высокие стены и другие препятствия. Тоже, возможно, может быть полезно, но пока... Пока хз, как говорится. Так. Сохраните рун. Все, давай, вот так. Назад. Все. Следуем плану. F1. Все сюда. Ну, смотрите, там еще один, одно мертвое тело лежит. Ясно, полицай, короче. Полицай, Санек. Речь у них русская, да и лица вроде простые, советские. Неужто это наши с этими тварями спутались? Никакие они не наши, понятно? Предатели, вот кто они. Полицаи. Служат коменданту за деньги. Некоторые хуже немцев. Это кем нужно быть, чтобы пойти на службу к фашистам и мучить своих же? Вон еще стоят. Пойдем спросим. Так, ну походу тут надо будет распределить задание, типа... Так. Боль закаляет. В разном вооружении разные дистанции стрельбы. Для максимальных эффективности в бою необходимо сокращать дистанцию до противника и использоваться укрытиями, чтобы снизить вероятность получения урона. Ну понятно, теперь я могу осматривать, да, их? Так, ну у тебя коряка. В порядке играть. Давай ты сюда. Санек. Давай, двигай сюда. Занимай вот эту позицию. Спокойно. Ну тебе наверняка тоже поближе как-то надо. Давай, иди сюда. Не знаю, давай сейванусь. Все. Все готовы. Тихо. Погнали, пацаны. Сейф. Давай. Мы все перезарядимся. Может, в атаку? Так. Патроны вроде твои. Что это? Медикаменты. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка ты сбросишь это вот непотребство. Сюда. Так это тоже не твои патроны. Все, короче. Не торопимся. Бери у этого патроны свои. Спокойно. Все, отлично. Давай в 5 сейф. Не торопимся. Так. Убегаю всех. И идем сюда. И давайте, короче, я на этом моменте серию завершу. Вам же спасибо всем за просмотр. Вот. Увидимся в следующей серии. Поиграем еще в партизанов. Всем пока.